1967 год. Фильм про войну. Трагикомедия. А может, это фильм про любовь? Кто знает, что было на уме сценаристов и режиссера. Но как-то странно смотрятся фильмы про войну с комедийными сценами и смертью главной героини в финале. Как-то это все не вяжется с реальным ходом времени. Я понимаю, что люди остаются людьми даже в военное время, и комические ситуации случаются, но комедия из этого не складывается. Кто-то получил внеочередной наряд, кто-то оступился, упал, кто-то случайно пальнул реактивными снарядами и неожиданно попал по немцам. Это все плохо превращается в комедию. Но фильм сделан и пущен в прокат. Это тоже можно считать результатом.